В эти минуты в культурном центре Вооруженных сил России проходит церемония прощения с президентом Абхазии. Сергей Багапш скончался накануне в результате тяжелой болезни. Врачи боролись за его жизнь до конца. Сегодня почтить память главы независимой республики пришли сотни людей. Вновь на прямой связи с нашей студией корреспондент Николай Васильев. Николай, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Катя. Буквально несколько минут назад последнюю дань памяти скончавшемуся президенту Абхазии Сергею Багапшу отдал глава российского государства. Дмитрий Медведев приехал сюда, на Суворовскую площадь в Москве, в культурный центр Вооруженных сил России. Подошел к гробу с телом политика, помолчал несколько секунд. Это вообще не панихида, а церемония прощания. Никаких громких речей в самом зале у гроба с телом Сергея Багапша нет. Все обсуждения его роли в истории Абхазии в огромной очереди, которая выстроилась перед входом в центр культуры Вооруженных сил России. Здесь и жители Москвы, и представители абхазской диаспоры, которые приехали сюда не только из российской столицы, но и из других регионов. Люди вспоминают, каким был Сергей Багапш, и говорят о нем очень.